Во вторник в Чебоксарах откроется российский симпозиум детских хирургов. Это 56-я по счету научная конференция. Она проходит ежегодно в различных регионах страны. В этом году очередь дошла и до Чувашии. В республику приехали ведущие детские хирурги. Сегодня один из гостей, Владимир Круглый, член Совета Федерации, в прошлом главный врач детской больницы в Орле, познакомился с работой Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования и республиканской детской клинической больницы. Конференция – знаковое событие для всех детских хирургов. Она имеет большое образовательное значение. Самое главное – участие в ней студентов, аспирантов, интернов, которые в ближайшее время станут работать в детских больницах. Владимир Круглый познакомился с организацией работы в республиканской детской клинической больнице. По словам гостя, в лечебном учреждении она организована на высоком уровне. Мы сейчас прошли по больнице. Действительно, очень крупный центр детской хирургии, педиатрии, очень хорошая организация. Мне действительно понравилось, и я думаю, что есть чему поучиться. Вся хирургическая помощь сконцентрирована в этой больнице. Это дает очень большой не только экономический эффект, но и эффект реальный, лечебный. То есть результаты лечения детей намного лучше. Потому что именно здесь, в этой больнице, где прекрасное современное оборудование, есть условия для того, чтобы делать операции на современном уровне.